Ну, думаю, в целом в Москве очевидно, пока еще на этот момент, сделать все, чтобы российские миротворцы продолжали, так скажем, присутствовать на Нагорном Карабахе после ноября 2025 года. Это главная цель России. Понятно, что если Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, где будет фактически фиксировано, что не существует Нагорного Карабаха как территориальной единицы, то тогда Азербайджан получает довольно много козырей, чтобы потребовать вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха после ноября 2025 года. И об этом президент России открыто сказал, что есть так называемый вашингтонский вариант. Это даже не важно, есть текст, приготовленный в Вашингтоне, или есть идеи, которые циркулируются в Вашингтоне или циркулировались во время встречи секретаря Совета Армении Хикмета Гаджиева 27 сентября. То есть это не важно, есть текст или есть только идея, потому что вот два дня назад или вчера заместитель министра иностранных дел Армении сказал, что нету текста вашингтонского или брюссельского. Да, текста может и нет, но нет, но идеи все-таки есть. Сам Пашинян сказал, что есть российские идеи, и что и армянская власть, и, так скажем, оппозиция, они согласны с российскими идеями, но проблема в том, что Азербайджан не согласен, и, насколько я понимаю, Россия не может или не хочет заставить Азербайджан принимать российские идеи.